После нескольких демонтажов подседельного штыря с велосипеда, с него слезла краска из-за того, что труба в раме более узкая, нежели сам подседельный штырь диаметром 25,4 мм. Думал, как бы вот отреставрировать это все дело. Думал покрасить сначала, но пришел к такому выводу, что лучше взять вот такую вот штуковину. Это для спайки изоляции проводов. Диаметр здесь 30 мм. При усадке она ужимается в два раза, то есть до 15 мм. Идеально подойдет для того, чтобы перекрыть вот эту вот счесанную часть на трубе. Итак, будем ставить. Включаем наш фен. Делаем усадку от центра, движемся по бокам. Не должно остаться никаких переходов. Трубка должна идеально влиться на трубу. Небольшие видно бугорки, но это скорее из-за того, что в одних местах есть краска, в других подёрта, из-за этого возможно видны эти бугорки. Собственно, осталось только установить на велосипед и все дефекты косметические на трубе теперь уже будут не видны.